down a race of gold. Forever keep shining down a race of gold. Heaven is shining down a race of gold. Forever keep shining down a race of gold. Forever.
Приветствую всех, дорогие друзья! Хочу сегодня рассказать вам о Гиевской усадьбе, более известной под названием усадьба Святополк Мирских. И также немного расскажу вам о природе славного города Люботин. Изначально Гиевка была отдельной деревней, но со временем стала частью города Люботин. Поэтому сегодня Гиевскую усадьбу и относят к Люботину. Основана усадьба была дворянским родом Щербининых во времена Российской империи. Вообще надо заметить, что понятие «усадьба» означает отдельное поселение, комплекс жилых, хозяйственных, парковых и других построек, составляющих единое целое. В 1802 году усадьба была куплена царским майором в отставке Ионом Николаевичем Познанским, который спустя 18 лет решает превратить это имение в загородную магнатскую резиденцию. Познанский начал строительство каменного дворца, огромного ландшафтного парка и Николаевской церкви, известной сегодня под названием Свято-Николаевской церкви. Строительные работы растянулись на долгих 5 лет и велись уже при поддержке воспитанника Ионы Николаевича, писателя Василия Григорьевича Масловича. После смерти Познанского Гиевская усадьба перешла по завещанию к Масловичу. Именно семья Масловичей придает этому имению окончательный вид. В 1820 году закончен дворец и ротонда. С 1838 по 1843 год был построен каменный Николаевский храм на месте пришедшего в упадок деревянного храма. Таким образом, усадьба включала в себя дворец или другое название усадебный дом, ротонду, где была канцелярия управления усадьбой, Гиевский пруд, который вы можете видеть в начале этого видео, и Свято-Николаевский храм. Его реконструированный облик также есть в начале этого видео. И замечательный парк с липовыми и дубовыми рощами и яблочным садом. К сожалению, доведение Гиевской усадьбы до совершенства стоило писателю Николаю Васильевичу Масловичу, сыну Василия Григорьевича Масловича, очень дорого. Ввиду невозможности содержать дворцовый комплекс, он был вынужден продать его в 1881 году новоназначенному харьковскому временному генерал-губернатору и командующему Харьковским военным округом князю Дмитрию Ивановичу Святополк-Мирскому. Так Гиевская усадьба и получила имя усадьбы Святополк-Мирских. Умер Дмитрий Иванович в 1899 году. Его могила находится на территории Свято-Николаевского храма и сегодня. Усадьба до 1917 года управлялась семьей Святополк-Мирских. Но в результате переворота 1917 года была национализирована большевиками. А сама семья Святополк-Мирских была изгнана навсегда из усадьбы. После этого в бывшей усадьбе размещался детский дом, затем интернат для детей-сирот. В 2015 году уже на тот момент заброшенная усадьба сильно пострадала во время пожара. И насколько я понял, это был не единственный пожар. После был еще как минимум один. Собственно, в видео вы теперь и можете видеть тот облик усадьбы, который остался после пожаров. И, конечно же, все это очень грустное зрелище. И очень хотелось бы, чтобы местные областные власти обратили внимание и занялись восстановлением этой архитектурной и исторической жемчужины. Очевидно, уже в послевоенное время для Украины. Теперь, друзья, хочу сказать пару теплых слов о городе Люботин. Впервые мне довелось побывать здесь во второй половине 80-х годов. Отец мой был заядлым рыбаком и частенько брал меня с собой на природу порыбачить. В Люботине у отца жили друзья, и мы имели возможность останавливаться с ночевками у них. Рыбачили мы тогда на пруду Перекошка, который есть в начале этого видео. Мы очень много раз в 80-е приезжали в Люботин. Вот уже достаточно давно нет моего отца, и как-то я решил спустя более 30 лет съездить в Люботин, пройтись по местам детства и по возможности увидеть для себя что-то новое. К слову, как я сейчас понимаю, именно отец и привил мне любовь к походам и природе. Постоянно брал меня с собой на рыбалку. Мы с ним всегда много ходили.
Всегда это было все в гармонии с природой. И вот первое, что я решил сделать, это, конечно же, увидеть знаменитые Люботинские пруды. Не зря Люботин называют городом прудов. Их здесь пару десятков. Если внимательно посмотреть на карту Люботина, то город разделяет на две части железная дорога. Как в одной части города, так и в другой, на дистанции 3-4 километров от железнодорожного вокзала, находятся пруды, созданные на основе рек Люботинка и Мерефа. В одной половине города находится река Мерефа, на базе которой создан знаменитый каскад из 6 прудов. В другой стороне города находится река Люботинка, на базе которой создан, например, пруд Перекошка. Часть из этих прудов вы можете видеть в данном видео. От реки Люботинка свое название и получил город Люботин. Конечно же, Люботин очень потрясает своей богатейшей природой и историей. Здесь есть все. Здесь есть водоемы. Здесь есть много лесной территории. Ну и, конечно же, город дышит историей. Знаменитая Гиевская усадьба. Такого мощного сочетания природы и истории тяжело найти где-либо еще. Такого количества прудов, честно говоря, я больше не видел нигде. Особенно меня впечатлил 5-й и 6-й пруды. Невероятно красивые места. Как для пляжного отдыха, так и просто, если вы хотите провести время в гармонии с природой. Ну и, конечно же, на части из этих водоемов присутствует рыбалка. В частности, и на Гиевском пруду, на пруду Перекошка, на 4-м пруду. И в память мне врезался сильно день, когда мы рыбачили на пруду Перекошка с отцом. Это к разговору о рыбалке. Прошел дождь, и рядом с нами стоял рыбак с 3 удочками. На каждой из них было крючков, как блинов на масленицу. Крючка по 2-3 на каждую удочку. И началась рыбалка, подобной которой я не видел, наверное, по сегодняшний день. Человек этот радостно жестикулировал нам, каждый раз вытаскивая новый улов. И это, надо сказать, по пару рыб на каждую удочку с сумасшедшей частотой. Сказать этот рыбак нам ничего не мог. К сожалению, он был немым, видимо, от рождения. Но он очень радостно жестикулировал и восторженно при каждом улове. И по итогу он наловил минимум 2 ведра рыбы за пару-тройку часов. Поэтому, друзья, очень рекомендую к посещению город Люботин, несмотря на то, что это город, он не утратил своего природного, в хорошем смысле, деревенского шарма.